сахнаға өнер академиясының ректоры Арстанбек Мұхамедиұлын шақырамыз. Специальным призом Казахской национальной академии искусств имени Жургенева награждается фильм «Стойбище» режиссера Казахстан. Браво! Алижан, Академия искусств с удовольствием вам вручает наш телевизор. Система 3D. У нас в Казахстане нет. Уважаемые дамы и господа, я хотел бы выразить огромную благодарность организаторам действительно уникального фестиваля «Шакен Жулдыздары». Сам факт, что мы сидим в таком прекрасном месте, напоминает вот Юрмала. Ну, потому что организаторы этого фестиваля действительно креативные люди, всегда ищут что-то необычное. Я думаю, что Асаналяга, следующее закрытие фестиваля на территории Казахфильма, вы построите огромный это киноконцертный открытый зал. Соган Джитек. Ну, уважаемый Алижан, мы искренне рады вашему таланту, труду. Я очень хотел бы, чтобы в следующем, на 9-м фестивале «Шакен Жулдыздары» вы получили гран-при. Для этого мы вас приглашаем в магистратуру Национальной академии искусств имени Жургенева. Там прошу учиться, гран-при получить. Браво! Спасибо. Рахмат барыңызға, Следующую награду учредила киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова, которая, пожалуй, больше всех заинтересована в эффективной работе фестиваля. Ведь сегодняшние конкурсанты завтра станут режиссерами этой киностудии и продолжат следовать. Қазақфильм киностудиясында жүргізу тапсыруға Қазақфильм акционерлік қоғамының бас редакторы Динара Балдайды шақырамыз. Специальным призом «Шакен Айманова» награждается фильм «Трасса 09».